Здравствуйте, подписчики нашего канала. Сельское хозяйство, школа. Поздравляем вас с наступающим годом. Желаем крепкого здоровья и мирного неба. Вот я нахожусь в погребе. Для птиц и для курей новогодние подарки делаю. Витамины. Вот когда дети приезжают, бывает, я мешков 5-6 на неделю дам, и они вот это клюют. Сейчас опять оттепель. Вот разная свекла здесь, гибриды, сахарная. Для них это витамины. Для гусей вот морковь мелкую тоже кладем. Они все вот клюют, клюют. И больно-то комбикорм не надо покупать. Вот. Ну, мы это показываем не для того, чтобы хвалиться там, туда все. Чтобы и у вас было, и у нас не убыло. Вот когда кормовой свеклой кормите зимой, все-таки яйца нестись будут. И надо держать теплицы. Теплицы согреваются. И вот с такими мешками мы даем где-то 6-7 мешков. На неделю хватит. И для овец, и для гусей хорошо будет. Вот сейчас... и погреб покажу.